Так, добрый вечер всем на русском запишу. Ну, ребята, да. Я смотрю разных опять людей, и видите, я не один. То есть я сначала думал, что я что-то там с ума схожу, да, что там этот, как его, Путин, ядерную бомбу, я там, смотрите, ну, там, наверное, на латышском есть какие-то там русскоязычные, не поймут и не найдут, но я уже в течение этого, не помню, последних 2-3-4 месяцев, короче, в какой-то момент я уловил эту фишку, да, что Путин, ну, бросит на Украину эту ядерную, она будет какая-то там, ну, не такая, как Хиросима, Нагасаки, там, все, кирдык, да, она будет какая-то локальная, ну, как сказать, да, например, там, выберет город Киев, например, там, да, и 20 километров радиусе или 15, или как-то, то есть там, сами понимаете, я вчера с друзьями говорил, да, и про Россию, про разные страны, про такую, ну что, ну не может быть, да, что у целого государства нету что-то какое-то свое такое, ну, специфическое, специальное, секретное, да, особенное, ладно, это было бы какая-то там Вьетнам, да, или там какая-то там, ну, небольшая страна какая-то там, небольшая, маленькая совсем там, да, которые там, полуголодные люди бегают, да, а большие сверхдержавы, эти все, у которых бабки есть, у которых деньги, все, там бюджеты, да, но имеют всякие секретные, мы даже в глазах не можем представить, что это за такие всякие, да, там, лаборатории разрабатываются туда-сюда, так что не будем отрицать, это есть у всех стран, да, ну, как минимум у тех, у которых есть ядерное оружие, да. Это ядерная бомба, она может быть вот всякого там варианта А, Б, С, Д, да, то есть там додуматься до всяких этих. Поэтому и только что я посмотрел одного русского, там вот такого интересного человека, да, стрим был, ну не то, что он там, он вот мужик нормальный в каком плане, да, он сказал, на Россию напали? Нет. Он говорит, не напали, вот я никуда никакую войну не пойду, да. То есть мужик такой не то, что фанат, там, давай, пошли, там, хохлы, давай, все, их там резать, бить, да. Он сказал, нет, вот, когда, ну, например, на Россию нападут, то есть он тогда пойдет защищать свое государство, да. А сейчас, он говорит, никто ничего не напал, и это интервенция туда-сюда. Ну, короче, то есть, ну, такой нормальный мужик, да, сколько может быть русский мужик нормальный, да, в таком, ну, вот в таком там всем. Ну, кто понимает, то нет, речь не про это. И, значит, он тоже сейчас в этом стриме сказал тоже, ну, вот именно ту мысль, которую я хочу всем украинцам передать. Что то, что у вас сейчас какие-то успехи, такое направление, такое, там, такой регион, освободили там такой городок, такое село, вот это все. Так Россия не успокоится вот этим всем. И чем вы больше или быстрее вот эту всю свою территорию там будете, ну, эту освобождать, да, тем быстрее вам прилетит эта атомная от Путина. Понимаете, ребята? Так что в Украине эта вся заваруха еще впереди. Так что вы там не ликуете, или как там народ ликует, да, там вот все, там пальца веером, мы там это, мы это там. Там этот, как его, ну, понимаете, ребята, так что это все сценарий пока не дошел до атомной, вот, так что это будет, и это я не один такой, оказывается, в интернете люди, это давно уже разные аналитики, там, ну, политики, все, многие про это говорят, и теперь получил я еще от человека вот такое, и именно, ну, то есть это же реально, ну, понимаете, это, может быть, в детском саду парень может не понять, это даже, во, как я хотел сказать, это логично, ну, как вы думали, украинцы, вы сейчас будете там все освобождать, дойдете до своих границ, поставите там колышки, там, с одной стороны Россия, с другой Украина, что, вагончик, шлагбаум, да, и вы там начнете прыгать, о, мы там опять все свое, это всех этих, ну, выгнали туда-сюда. Но, ребята, нет, Россия, нужна Украина, многие люди в мире уже давно это знают, что Россия Украину завоюет, и это только возможно тогда вот таким средством. Они посмотрели, что простым не идет, и вот они кинут атомную, такую локальную, и может быть несколько, но увидите. И у меня тоже есть такие разные эти
видео не первое, да. Посмотрите на русском всех в моем канале. Я давно уже сказал, что Россия Украину завоюет. Ну, скажем так.